Приветствуем всех любителей футбола. Прямо со стадиона для вас работают Георгий Черданцев. И тренер выпустил сразу трех центральных защитников. И атаки соперника, конечно, сегодня будет очень непросто. На состав Вольфсбурга. Три нападающих. Это серьезная угроза для соперников. Да, и в атаке им также будут помогать игроки средней линии. Приветствуем всех любителей футбола. Прямо со стадиона для вас работают Георгий Черданцев. И тренер выпустил сразу трех центральных защитников. И атаки соперника, конечно, сегодня будет очень непросто. На состав Вольфсбурга. Три нападающих. Это серьезная угроза для соперников. Да, и в атаке им также будут помогать игроки средней линии. Приветствуем всех любителей футбола. Прямо со стадиона для вас работают Георгий Черданцев. И тренер выпустил сразу трех центральных защитников. И атаки соперника, конечно, сегодня будет очень непросто. На состав Вольфсбурга. Три нападающих. Это серьезная угроза для соперников. Да, и в атаке им также будут помогать игроки средней линии. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Хасебе. Похоже, эта атака закончена. Мяч они потеряли. Классно в перехвате сыграл. Забирает мяч голкипер. Отличный момент есть. Мяч выбит. И это конец перспективной, в общем-то, атаки. Через фланг идет атака, есть свободное пространство. Мяч достается сопернику. Тут явно не ожидал такого подарка. Ушел мяч за боковую, Вольфсбург вбрасывает. Джон Брукс. Мяч потерян. Удар! Да ну, это совсем не понравилось.